У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Классические слова этой популярной песни, как вы уже понимаете, актуальны в любое время года. Однако, с началом календарной зимы в Ульяновске установилась аномально холодная погода. С чем это связано, я решил выяснить в нашем региональном гидрометеоцентре. Что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. В начале декабря в регионе наблюдалась аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Такой процесс был связан с устойчивым положением антициклона, который обосновался на европейской части страны. Но постепенно холода отступают. Антициклон перемещается за Урал, а к нам в Ульяновск поступает с запада теплый фронтальный антициклон. Ну, вы знаете, аномальный период может быть более коротким, но в этом году был, в общем-то, он довольно продолжительным. И для начала декабря это не характерно для нашего климата. Больше аномалий такая встречается в январе и феврале месяце. Однако холода вернутся совсем скоро, плавно переходя в среднемесячные значения. Ожидаемое потепление кратковременно. Вслед за ним следует ожидать новую волну холода. И уже на воскресенье, субботу и воскресенье, в ночь температура может понизиться до минус 15 и минус 20 градусов. Так что не стоит обольщаться. Осадки прекратятся. И в последующем на фоне роста атмосферного давления ожидается погода без осадков и умеренно морозная. Характерно уже до декабря месяца с температурой ночной минус 12-17 и днем минус 5, минус 10. 10 градусов. А пока не упускаем момента и наслаждаемся благоприятными метеоусловиями. Погода в городе установилась действительно благодатная. Нагулявшись сегодня вдоволь, призываю вас, уважаемые ульяновцы, совершать короткие прогулки вдоль своих домов или в близлежащих парках. В заключение, по любезно предоставленной сводке прогноза погоды на ближайшее время от Ульяновского регионального гидрометеоцентра хочу сообщить следующую информацию. На территории нашего региона в ближайшие пару дней сохранится облачность с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью по области от минус 9 до минус 14 градусов, днем от 0 до минус 5. Антон Никонов, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.